Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.com. Президент Турции Эрдоган обосновал право своей страны на операцию в Сирии. Как сообщает ТАСС, президент Турции Таип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» в соседней Сирии. Говоря это, президент сослался на подписанное в 1998 году соглашение между Сирийской Арабской Республикой и Анкарой. «Они, то есть США, находятся там, в Сирии, не по приглашению режима», — говорит Эрдоган, «а мы там находимся в рамках соглашения, подписанного между Анкарой и Дамаском в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — цитирует ТАСС Таипа Эрдогана. Отметим, что в 80-х-90-х годах прошлого века отношения между соседними Турцией и Сирией были весьма сложными. Турецкая сторона обвиняла сирийские власти в поддержке рабочей партии Курдистана. В 1998 году Анкара предъявила Дамаску ультиматум, в котором требовала в 45-дневный срок прекратить поддержку рабочей партии Курдистана. Сирия пошла навстречу Турции и выслала из страны лидера РПК Абдуллаха Джалана. После этого стороны подписали протокол и соглашение по вопросам безопасности. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.